Всем привет, меня зовут Валя, я рассказываю про жизнь в Америке. И сегодня я вам хочу показать такое маленькое семейное видео, как мы провели последний день лета. В Америке последний день лета – это Labor Day, что немножко смешно звучит, потому что Labor Day – это день труда, но на этот день большинство людей отдыхают. Это обычно выходной день, и детишки, конечно, сказали, надо что-то с водой связанное делать, так как лето заканчивается. Мы решили поехать в наш любимый аквапарк. И там в первую очередь решили покататься на ленивой речке. Называется по-английски Lazy River. Там воды немного, примерно мне по грудь, так что детей всегда можно увидеть и вынуть, если надо. Но Алексу там жутко нравится заниматься почти подводным плаванием. Let's do it again. Он, пожалуй, самый активный в этой речке. Большинство людей просто сидят в больших прозрачных кругах и катаются по этой речке, отдыхают, загорают. Labor Day был последний день, когда аквапарк открыт в этом году, поэтому организаторы делали всевозможные конкурсы и интересные игры для детей в надежде заинтересовать их настолько, что на следующий год они тоже хотели бы прийти в этот же аквапарк. Как вы видите, детишки танцевали под популярную музыку, и даже те, кто танцевал плохо, получили мороженое. Когда же был конкурс на то, чтобы повертеть хула-хуп и удержать его, то даже наш папа попробовал его вертеть, но так как у него нифига не получалось, он быстро решил, что это дело не мужское. Мне этот парк нравится, потому что он открытый, много места, а людей в нем не особо много. Я записала чужого мальчика, как он хорошо прыгал и проходил по бревну через препятствие, потому что, когда я пыталась это сделать, то я с большим бухом упала в воду. Мне это бревно дало по голове. Ну, в общем, такое записывать надо было только если смешное делать видео, но мне, честно говоря, это было стыдно выкладывать. Так что я решила, что это дело не мое, а мальчики, у которых и мускулы хорошие, и жира мало, им, конечно, такое развлечение приятно. Вот такой рюкзачок лежит, рюкзак неплохой, и денежки, пожалуйста. Мы наконец-то дошли до детской части аквапарка. Тут воды примерно по колено, но даже здесь есть спасатель. Моему младшему нравятся здесь всякие пистолетики и всякие дырочки, куда можно включить воду и меня с ног до головы обрызгать. Вот он как раз мне говорит, куда мне встать, чтобы меня получше обрызгать. Вот такой он у меня маленький хулиганчик. Ah!
Рассказывайте, как вы провели последние несколько дней лета. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, делитесь, пишите комментарии. И до следующего раза. Пока!